Всем привет! Сегодня будет видео с моими отзывами о покупках, приобретенных ранее с Магнит Косме. Первое, что вы видите на столе, это вот такая вот салфетка. Кто меня постоянно смотрит, знает, что я ее покупала в Магнит Косметик, и я ей очень довольна. Сейчас я вам покажу ее поближе. Вот она, видите, она с таким вот блеском. Там было несколько видов, но я вот именно вот такую выбрала. Вот такая вот она с задней стороны. Красивая. И совсем бюджетная. Там что-то меньше 100 рублей. Честно, я уже не помню, так как я цены забываю. Меньше 100 рублей она на тот момент стоила. Я показываю товары, которыми я пользуюсь на кухне. Точнее, даже которые у меня находятся на кухне. Ситица. Тоже я промываю рис, гречку. Очень удобно, мне нравится. Пусть она не такое прям плотное, но тем не менее, ну вот, прогибается вот тут вот. И когда я мою, я вытираю сразу тряпочкой, чтобы не капало. Терка вот такая. Но я ее советовать не буду, я сама думаю, избавиться от нее или оставить. Ну, пока я, пусть пока полежит, а там посмотрю. Так-то она трет красиво, все. Но если спешишь, то вот в эти вот дырочки, как сказать правильно, застревает в дырочках морковь. И она дальше продолжала тереть. Надо постоянно вычищать эту морковь. Поэтому я вот вам не советую такую терку. По крайней мере, в Магнит Косметик. Нож Сантоку недавно купила, но уже успела им немножко попользоваться. Мне нравится нож, но единственное, мне не понравилось нарезки сырого картофеля. Прилипает, когда разрезаешь на дольки, прилипает кусочки картофеля вот к ножу. И вот это вот мне не понравилось. А так все хорошо нарезает. Советую. Вот так вот тут надпись. Ну, мне и писал кто-то, уже не помню кто, что хороший нож. Вот этот. Вот такая вот открывашка. Тоже хорошая, мне нравится, удобно. Раньше у меня до этого была такая, которую надо сверху стучать. Как-то вот тут вот неприятное ощущение потом. Вот это вот хорошо открывает. Вот я вам сейчас поближе покажу. По-моему, они есть. Вот, по крайней мере, у нас, и где я покупаю, кто, допустим, смотрит меня с Воркуты, на Гагарина они есть. Баночка такая. Я вот сюда вот приправу. Такую, типа, знаете, я не помню, как она называется, но она для всего. Но я обычно, когда макароны отвариваю, ее добавляю вот эту приправу. Вот приспособила. Ну, когда закончится эта приправа, я что-нибудь другое уже положу. Крышечка. Вот такая крышечка. Вот такая вот баночка. Здесь у меня соль с бамбуковой крышкой. Объем я, конечно же, не помню, но большой объем. Такая вот бамбуковая крышка, покрыта лаком. Хорошие баночки. Мне нравится вообще что-то типа под дерево. Вот такую баночку приобрела. Но наклейка, конечно, это у меня уже с Wildberries. Здесь у меня сода хранится. Баночка небольшая, но как раз сода помещается. Крышечка. Там их много разных объемов, Магнит Косметик. Выбирайте любую. Вот такая корзинка специально для приправ. Три отсека. У меня уже тут стоят приправы. Все поделено.
Тут надпись вот такая. Там есть и другие надписи, но у меня, когда я покупала, была вот эта вот единственная, я забрала. Выбора не было. А сейчас там есть выбор. Мне под кухню подходит. Ну, я вам все видео приложу, как у меня хранятся. Ну и последняя покупка, которой я пользуюсь, это вот такая вот, как ее назвать, щетка, кисточка, как хотите, так и называйте. Там еще и в другой расцветке было, но я вот взяла вот именно вот такую вот, неяркую. Такой тут вот ворсик. Всем спасибо за просмотр и пока-пока!